Величественные храмы, дома 17 века, старинные переулочки – одним словом, наше историческое наследие мы видим на фото в Щелковской художественной галерее. С фотографий на нас смотрит город Гороховец, ожившая легенда. Такое название получила выставка Вероники Бубело-Масловой. Когда-то при первой же встрече автора вдохновила история и самобытность города, который в этом году отметит 850-летие. Мы зачастую не знаем своей России. Мы живем в ней, гордимся, но ездим отдыхать там куда-то за границу и так далее, и восхищаемся заграничными красотами, а своих-то и не знаем. Мне хотелось передать именно Гороховец, именно вот это ощущение, которое я чувствую, 17 век, вот это и старинное, поэтому где-то совсем нету людей, где-то там нету машины, где-то там пришлось урезать какой-то забор или провода там, может быть. Хотя я вот горжусь тем, что это именно документальный проект. Я не обрабатывала. Здесь нету фотошопа, и в этом большая-большая сложность. Вы через творчество свое показываете то, что было в нашей истории. И, конечно, когда вот смотришь, я вот сейчас так первично посмотрел на все, действительно думаешь, Русь наша, матушка, как же ты действительно велика, самобытна, и какое у нас прошлое. В рамках подготовки к большому юбилею в Гороховецком районе Владимирской области сейчас проводится масштабный комплекс мероприятий по увековечиванию и ремонту объектов исторического наследия. В том числе такая выставка – лишь один из первых шагов на пути культурного обмена, как с российскими городами, так и с зарубежными. С Щелковским районом планируется заключение дополнительных соглашений. Для того, чтобы расширить культурное, скажем так, рамки культурного сотрудничества, в настоящее время администрация Гороховецкого района подписывает соглашение. У нас 21 муниципальное образование во Владимирской области. Мы уже 6 подписали. Мы выйдем, по всей видимости, со дня на день с предложением к администрации Щелковского района, чтобы заключить соглашение о культурном сотрудничестве. Так, в рамках культурного обмена предполагаются взаимные посещения делегациями учащихся школ, районов, различных объектов культурного наследия, расположенных в муниципалитетах. Выставка «Гороховец. Ожившая легенда» продлится в Щелковской галерее до 3 июня. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».